Благодарят, целуют. Сегодня уже от радости ревет. Слезы радости с бурановскими бабушками разделили и первоуральцы. В Удмуртии, в селе Бураново, они побывали не впервые. Но если до этого приезжали просто в гости к известным бабушкам, на этот раз поводом стало долгожданное событие. Звезды Евровидения пригласили на открытие храма. Церковь в честь Святой Троицы бурановские бабушки построили на свои деньги, которые зарабатывали концертами. На их вот концертах, вот которые все шло на строительство храма, они сами себе ничего не берут. Они как жили вот в этих домиках, так они и живут. То есть это очень важно, вот такой жертвенный труд. Как я там на проповеди сказал, что апостол, то есть Христос избрал апостолов, не ученых, рыбаков. Здесь Христос избрал бабушек немощных для строительства храма. Первоуральского батюшку бурановские звезды пригласили осветить церковь. Торжественную службу отец Владимир вел вместе с еще одним гостем, священником из Финляндии. А народу приехало огромное множество. Конечно, это всемирная известность этого коллектива. И самое главное, что они настолько чисты и настолько дарят свою любовь. Это просто невозможно. Можно сказать, что та группа, которая ехала вместе со мной, мы просто в любви их не купались. Группа это 8 человек, прихожане и работники Талицкого храма. Впечатления от поездки Риму Гасенкову переполняют до сих пор. С бурановскими бабушками женщина знакома не первый год. Говорит, в Удмуртии их, как всегда, встретили очень тепло и радушно приняли. Они у нас были, и мы у них уже бывали. Но, значит, что я хочу отметить особенно, это вот любовь, вот такую любовь. Как бы вот нас, вот я в воскресную школу ходим мы и слышим, что о любви к Богу. Но нельзя любить Бога, если ты никого рядом с тобой не любишь. А они готовы вот обхватить весь мир. Вдохновленные общением со звездами Евровидения, первоуральские бабушки признаются, запели сами и даже создали собственный коллектив и выступили в бурановском клубе вот с этой песней. Занимается день, монастырь над рекой, заходи, путь открыт, вход отверст. Жили первоуральские гости в домах у бурановских бабушек. Говорят, уезжали оттуда со слезами на глазах. С песнями, с плясками. В вагоне уже были нас, они плясали перед нами окнами, а мы ревели. Ксения Иноземцева, Сергей Шемит, Интера ТВ.